Смотри, бро, кинотеатр. А что за фильм идет? Как стать умнее? Не понимаю, о чем это. Идем посмотрим. Купите что-нибудь, ребята. Спасибо, у нас все есть. Стоять, со своими сладостями нельзя. Да брось, братишка. Я сказал, вы не проходите. Какое неуважение. Иди и покажи ему, Стив. Ого, вот это суперсила. Все дело в одежде. Теперь мы точно пройдем. Эй, здесь очередь, тупицы. Я все равно вас не пропущу. Вы видите запрещающие знаки? Все, проблема решена, братишка. Вот тупицы. Иди сюда, парень. Эй, можно поосторожней? Вау, дождь из Skittles. Классный аттракцион. Вы оба, вон отсюда. Не понимаю, что ему нужно. Почему он нас не пускает? Давай пройдем тихо и незаметно. Главное не шуметь. Упс, здесь никого нет. Парни, вот схема для особо тупых. Так что ж ты сразу не сказал? Мы спрятали конфеты. Теперь можно пройти? Нет. Пол, нам нужен план, как пронести сладости мимо охранника. О, я знаю. Первый пункт. Нам надо поесть. Ты гений, Пол. Проходи, ковбой. Иго-го. Что у вас в корзине? Это просто яйца. Мы же фермеры. Так я вам и поверил. Знаю я этих фермеров. Ферма наверняка шоколадная. Мы бы с радостью, но они куриные. А мы предупреждали. Это точно не шоколад. Проходите, чтобы я вас не видел. Иго-го! Дай 5, бро. Он не заметил мой чупа-чупс. Всего лишь один? Смотри и учись, Пол. Вау, да ты фермер-фокусник, Стив. Обожаю попкорн. Наша очередь, Стив. Мой попкорн. Здесь пусто. Кто-то украл весь мой попкорн. Это был не я. Это точно был один из вас. Кто съел мой попкорн, негодяй? Это точно он. Ребята, а вы узнали, кто брал мой попкорн? Напишите правильный ответ в комментариях. Найдите попкорн вора. Прошу сдать все сладости. Абсолютно все. И те, что во рту тоже. Эй, почему ему можно с едой, а нам нет? Так нечестно. Я знаю, надо попросить. Можете вернуть наши сладости? У меня ничего нет. Что? Как же так? Наглый вор вкусняшек. Эй, ребята, вы видели, куда охранник дел наши сладости? Если знаете, напишите нам в комментариях. С кем ты говоришь? Тебе не понять, идем. О, фильм про бандитов, братишка. Это для нас. Можно тебя на пару слов? А эта девушка красотка, скажи. Нам 2 билета, пожалуйста. Ты так классно флиртуешь. Идем, я спрятал сладости в кармане. Если ты не пропустишь нас в зал, охранник, то тебе будет плохо. Бандиты, я вас умоляю. Что? Ты не веришь нам? Сейчас мы докажем свои бандитские умения. Подержи биту. Ты сам напросился. Оу, это было неплохо. Давай еще. Не зли бесшабашного Пола.
Рукопашный бой. Активировать режим Джеки Чана. Ну что, теперь ты веришь, что мы настоящие бандиты? Конечно, проходите. Отличная драка, ребята. Дай пять, братишка. О нет, наши сладости не пережили этой драки. Здесь одни крошки. Ну, зато хоть фильм посмотрим. И как нам пронести все эти сладости мимо охранника? Я знаю, отведем его в музей. Мистер охранник, у меня есть лишние билеты в музей. Это тебе. Эй, здесь очередь? Здесь их два. Пойдем вместе? Получилось. Теперь можно спокойно идти в кинозал. Не так быстро. Это что у тебя? Сладости? Нет-нет. Ты иди. Я в следующий раз. У меня есть билетик, я могу пройти? У тебя точно где-то спрятаны сладости. Под курткой? Под шапкой? Упс, теперь ясно, почему ты не снимаешь шапку. В коробочке. Попалась, охранница. А это еще что? Хорошая попытка, но лучше играй с кальмаром, чем со мной. Спрятать сладости в игрушку. А что, так можно было? Гениально. Я сейчас вернусь. Вот мой билет. И мой маленький песик. Из твоего песика торчит чупа-чупс. И вообще, с собаками вход воспрещен. Никаких телефонов. Нет плащам. Нет усам. Что? Не повезло, приятель. Обожаю музей. Спасибо за билеты. Но со сладостями все равно нельзя. Пока. И как мы пройдем? Ты забыл про наш поддельный указ? Не бойся, закон на нашей стороне. Вот указ президента. Теперь в кино можно проходить со сладостями. Самый главный разрешил. Ну, что поделать, значит, проходите. ФБР, это вы подделываете документы? Нет, с другой стороны. ФБР, это вы подделываете документы? За мной. Накладной живот – идеальное прикрытие для колы. Можно нам пройти? Не видите, я в положении. Да, это я заметил. Скажи ему, Пол. Если ты в положении, то в очень плачевном положении. С накладным животом и колой нельзя. Стив, как ты похудел! Теперь можете проходить. Смотри, у нее не отобрали живот. Можно ваши колы? Уберите руки! Что вы себе позволяете? О боже! Бесплатный попкорн! Круть! Разрешите? Извините. Осторожно, ноги. Прошу прощения. Это не мое место. Вон наши места. Вот мы и в кино. Вау, какой интересный фильм. Только взгляни, Пол. Я проголодался. Ты что принес, Пол? Ничего. А ты, Стив? Нет. Ясно. Никого нет. Можно вздремнуть. Что это у вас в животе? Сладости, я так и знал. Ну и приснится же такая аномалия.
Эй, а где охранник? Секундочку, сперва я проверю твой пупок. Эй, не распускай руки! Пупок – это мое личное пространство. Сон был невещий. Ты куда направился? Уходи! А это идея! Коктейль из слайма и сладостей. У меня насморк. Тебе не ко мне, а к ней. Только не это. Фу, гадость. Смотри, бро, троянский конь. Вот как мы пронесем сладости внутрь. Вот и наша троянская лошадка. Привет, меня зовут мой древнегреческий пони. Иго-го, охранник, иго-го! Одну секунду, ребята. А я Ахилл. Сейчас я сражусь с вашей древнегреческой пиньятой. Он убил нашу лошадку! Коннор, почему ты в дурном костюме еще и со сладостями? Ты уволен! Позор всей охраны! И вы тоже убираетесь, тупицы! Ты готов, бро? Всегда готов. А это кто? Привет, вы не узнали меня? Я Коннор, бывший охранник. Я с вами, ребята. Я все здесь знаю. Сейчас мы легко пронесем сладости внутрь. И не мечтай. Пока.